Все, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь так завещан одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть им нет 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один. Те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядшие глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя не солгать, не обмануть, не с пути остановил танки Гудериана под Тулой, выполняют боевые задачи в Сирийской Арабской Республике и с честью выполняют свой воинский долг по защите от поднявшего голову в некогда братской Украине нацизма Республики Крым. Несколько слов о Крыме и автопробеге нам скажет автор, певец, композитор и исполнитель Владимир Печёных. Добрый день. Очень рад, что меня сегодня пригласили поучаствовать в этом замечательном мероприятии. Я также очень рад, что еще летом меня пригласили поучаствовать в этом автопробеге. И сейчас, видимо, пойдут кадры, я так думаю, того автопробега, в котором мы были. Но, в принципе, там, видимо, кадры будут за 3 года, потому что ребята ездили 3 года, я всего с ними был 1 год. И я скажу буквально несколько слов, потому что много уже здесь всего говорили. Но моя история, мой рассказ будет не совсем полным, если я не приглашу еще сюда одного человека, который поехал вместе со мной. Потому что именно вместе с ним мы преодолели этот путь. И если раньше я еще участвовал в каких-то таких акциях, где участвовали десантники, афганцы, то тот человек, которого я сейчас позову, участвовал впервые. Поэтому для него вот это вот десантное крещение, ну, просто произошло. Итак, бизнесмен, музыкант, продюсер Григорий Семенович Марчук. Григорий Семенович, а может вы сразу гитарку возьмете, там, инструмент? Ну что ж, мы очень благодарны, что это нас пригласили. И честно, я даже не знал, как это будет вообще вся ситуация раскручиваться. И началось с того, что здесь мы стартанули с Косой горы, да, Григорий Семенович? А вы смотрите пока вот как раз вот кадры вот эти все. И здесь прошел митинг, мы поехали, и что там потом было? Праздник. Сплошной дождь был. Дождь. Мы действительно попали в десантные условия. И мы с этими ребятами в колонии ехали. Ехали и днем, ехали и вечером, ехали и ночью. И вот мы прибыли туда. И что я хочу сказать? Они делают очень большое и нужное дело. Потому что мы, да, Григорий Васильевич, идите сюда. Юноши и девушки, старшины и офицеры, администрация Косой горы и все, кто пришел. Добрый вам день!
теплом, красивом дворце культуры. Еще когда смотрю на вас, сразу молодею, потому что от вас зажигаюсь такой энергией. Вот. И, наверное, Владимир скажет еще, о чем будем говорить. Ну что ж, вот Григорий Семенович поприветствовал. Ну, во-первых, Григорию Семеновичу в этом году, там вот в августе, исполнилось 73 года, да, Григорий Семенович? И несмотря на это, он в эту поездку поехал. Да, нас ребята, конечно, там наградили, и он теперь стал почетным десантником, и просто так. И еще, наверное, все вы знаете, даже нет смысла спрашивать вас, кто такой Владимир Владимирович Путин? Кто это? Президент. А вот вы знаете, что у нас еще есть Путин Григорий? Знаете? И нам, в общем, не страшно, потому что два Путина, мы просто что? А вы знаете, какой девиз ВДВ? Вот кто знает? Ну, короче, никто? Никто, кроме нас. Ну что ж, нам действительно очень понравилось там. И самое главное, что действительно, как говорили всегда на митингах, смерть настигает дважды. Первый раз солдат или вообще человек, когда ты погиб в бою или на своем месте где-то, а второй раз, когда тебя забывают. И здесь сегодня сидит молодое поколение, я здесь выступаю не первый раз, очень приятно было, что здесь и Путин, и Сергей Грошев. Также они делают различные мероприятия. Здесь были недавно проводы в армию, ребят, может быть, кто-то здесь был, тоже здесь. И делаете вы, ребята, очень большое, хорошее дело. Вот от нас, с Григорием Семеновичем, вам большой поклон. Если вы когда-то снова пуститесь в эту дорогу, ну, конечно, звоните, мы с большим удовольствием хотели бы принять участие в этом пути. А так, спасибо, молодцы. Действительно, память вы сохраняете. И, несмотря на то, что сейчас мирное время, вы до сих пор еще также в строю. Спасибо большое. И я хотел бы исполнить песню, которую написал специально для этих ребят, для которых бывали в различных горячих точках, отстаивали интересы нашей Родины, и некоторые из них погибли, некоторые остались живы. И эта песня стала лейтмотивом наших митингов там, нашей этой поездки, она называется «Брат». У вас там включено все, Григорий Семенович? Есть, да? Итак, песня «Брат». Каждый день в особой цене, а с небес изливают огонь стаи хмурых вертушек. И мы будем здесь насмерть стоять, ведь за нами Родина-мать, и задача ее защищать, нет призвания лучше. Мы с тобою все выдержим, брат. Я солдат, и ты тоже солдат. Но ударила пуля в висок, закричали вороны. А на фото сын и жена, липкой кровью залита она, и печать забвенья легла на зеленых погонах. Разреши мне обнять тебя, брат, я ведь тоже такой же солдат. Не смотри на большие чины, мы отбросим манеры. И давай вспомним наших ребят, молодых вот таких же солдат. И за них мы поднимем бокал,
господа офицеры. На войне, как на войне, каждый раз сердце в огне. Мы идем по уставшей земле от насилия и боли. Наши нервы, как крепкий гранит, пусть Господь нас в дороге хранит. Мы стоим, чтобы зло не прошло, такова наша доля. Погибают ребята в бою за любовь и отчизну свою. О героях, которых уж нет, не расскажешь словами. И сегодня мы вспомним о них, о друзьях и братьях своих, о ребятах, которым не быть никогда уже с нами. Разреши мне обнять тебя, брат, я ведь тоже такой же солдат. Не смотри на большие чины, мы отбросим манеры. И давай вспомним наших ребят, молодых вот таких же солдат. И за них мы поднимем бокал, господа офицеры. Смотри на большие чины, мы отбросим манеры. И давай вспомним наших ребят, молодых вот таких же солдат. И за них мы поднимем бокал, господа офицеры. И за них мы поднимем бокал, господа офицеры. Я за них поднимаю бокал, господа офицеры. Где-то час с лишним, час 05, поэтому мы решили, что говорить она не будет, но исполнит для вас песню «Моя Россия». Итак, встречайте, Лапкина Зоя!
Молодец, да? Спасибо за это, спасибо. Ну что ж, и сейчас прозвучит не финальная, но практически финальная песня. И только еще раз, ребята, поздравить всех с этим удивительным праздником. И пусть растут молодые и новые герои, которые всегда в трудное для России время поставят свое плечо друг к другу и отстоят нашу страну и наши ценности. Итак, песня называется «Поздравляю». Поздравляю вас! Участников и артистов сегодняшнего концерта на сцену для совместного исполнения гимна воздушно-десантных войск. Ну что ж, мы готовы. Сива!
подошел к своему завершению. Мы благодарим за помощь и поддержку проведения мероприятий наших друзей, боевых товарищей командиров, представителей депутатского корпуса, руководства Косогорского металлургического завода, руководителей общественных военно-патриотических организаций, а также ООО «Газпром» Межрегионгаз Тула и работников Дома культуры Косогорец в лице Василия Кузьмича Желанова. Всем спасибо, дорогие друзья. Еще раз с праздником и до новых встреч! Шарит осторожно по пригорку, и ночь поэтому нам кажется темней. Который месяц не снимал я гимнастерку, который месяц не расстегивал ремней. Есть у меня в запасе гильза от снаряда, в кесете выше там душистый самосад. Солдату лишнего имущество не надо, махнем не глядя, как на фронте говорят. Солдат хранит в кармане выцветшей шинели письмо от матери до горсть родной земли. Мы для победы ничего не пожалели, мы даже сердце, как энзе, не берегли. Что пожелать тебе сегодня перед боем? Ведь мы в огонь и дым идем не для наград. Давай с тобою поменяемся судьбою, махнем не глядя, как на фронте говорят. Мы научились под огнем ходить не горбясь, жильем случайным расставаться не скорбя. Вот потому-то наш родной гвардейский корпус 100 грамм с прицепом надо выпить за тебя. Покуда тучи над землей еще теснятся, для нас покоя нет и нет пути назад. Так чем с тобой мне на прощанье обменяться? Махнем не глядя, как на фронте говорят. С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. С чего начинается Родина? Заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги проселочной, которой не видно конца. С чего начинается Родина? С
за окошек горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука вагонных колес и с клятвы, которую в юности ты ей в своем сердце принес. Чего начинается родина?